Привет, я Валерий Привалов. Сегодня поделюсь впечатлениями о первом обновлении прошивки планшетного компьютера Huawei MediaPad 7 Lite. Чтобы проверить обновление, заходим в настройки планшета. На вкладку о планшетном ПК. И нажимаем обновление системы Huawei. Должна появиться информация о доступном обновлении с обещанием снижения электропотребления в режиме ожидания, улучшения в камерах, поддержки русского языка при наборе номера, установки приложения Park Reader и что-то еще, я особо не вчитывался. У меня доступных обновлений нет, потому что прошивка уже обновлена. Установка простая, следуйте сообщениям на экране и все пройдет нормально. Единственное пожелание – это сделать бэкап, чтобы была возможность вернуться к первоначальным настройкам. После обновления системы заходим в настройки. И сразу обращаем внимание на панель управления всеми главными функциями планшета. Стало гораздо удобнее и лучше смотрится. Больше визуальных изменений в настройках я не увидел. На рабочем столе появились ярлыки новых приложений. Google Plus, Google Chrome, Play фильмы, Play книги, Park Reader. Обновились, на мой взгляд, ярлыки галереи, телефона, контакты, настройки. Видеозвонок по скайпу показывал, что изображение осталось на том же уровне, хотя, глядя на картинку, этого не подумаешь. А с батареей пока непонятно. Посмотрим, потестируем, что будет дальше. Подводя итог, можно сказать, что от этого обновления, как мне кажется, больше выигрывает Google, чем обыкновенный пользователь планшета. Хотя для объективной оценки, конечно же, нужен более длительный период времени и мнение гораздо большего количества владельцев планшета. Другие подробности читайте на сайте washweb.ru. Всего доброго!